Всем привет! Вы на нашем любимом канале Паркетосы. И куда сегодня Паркетосы приехали? Мы сегодня приехали на триал. Как идет подготовка? Изучаем трассу, да, планируем маршрут. Объезд. Вот так вот объезд. Вот так объезд. В каждой секции по 6 ворот для всех. Всем привет! Меня зовут Саша, более известный, наверное, как Санчик. Мы сегодня находимся на французской вышке в Борисове, на джип-триале. Спустя, наверное, 3 с лишним года мы опять собираем здесь наших любителей триала, джиперов и просто, как говорится, хороших людей, которые приехали посмотреть, поддержать своих товарищей. Ну что, первый пошел. Что ж ты, Макс, так? Субарик. Поехали. Но. Нет.
не кульнулся, выезжая так быстро. Знакомим мы с судьями на пятой секции. Вы же знаете, у нас много тушенки, у нас много всего, так что пару палочек можно и не заметить. У нас много молока. Отлично. Как тебе секция? Ну, как-то вот так вот, и это не болезнь. А вообще, судьи сказали, что у меня очко заварено, а потом сказали, что заварено аргоном. Потому что вот так вот, и еще все равно ехать. Пятая секция, 83 балла штрафных, время за 5 минут прошли. Range Rover на полном стоке. Бездорожье. Мощи хватает, резины нет. Она просто копается. Да, как оно? Едет немножко, если резину поменять. Если... Ну так, вот я посмотрел, что резины не хватает. Таких блокировок никаких. Я думаю, что вам надо ездить с паркетосами, тренироваться. Конечно. Почаще. Конечно. Вот, на таких, мы такие машины дорогие любим, жалеем, хоем, лелеем. У нас целая конкуренция есть. У нас есть суперчарджер, там приезжает. Так что можем сразиться. Гранд Чироки третьего поколения, 7-й год. 4.7 объем, система полного привода Quadra Drive 3. То есть все блокировки, плюс и электронные помощники, как бы, скажем так, имитирующие блокировки всех колес. Что-нибудь сделано в машине? Нет, машина полностью стоковая. Едем в S
то есть стандартную категорию она проходит, то есть ничего по машине, кроме обслуживания, не делалось. Никакой тюнинг, усовершенствование, ничего не ставилось. Кроме наклеек. Да. Наклейки, да. Ну и вонючку поставили. Часто катаетесь. Стараемся, как бы, ну, по возможности, как бы, ну, либо если даже не участвуем, то поддержать товарищей, как бы. Сейчас Сергей Ашонки покажет. Прошел огонь мою вешку. Семь откатов и все, и минус. Откатов надо? Дисквалификация. 7 откатов. Еще какой-нибудь планируешь? Конечно, мы будем ехать дальше. Пробовать все? Будем пробовать, но... Ну, две секции, да. Я никогда не мог представить, что так может быть сложно. Мы зеркало отвалили, мы чуть в бочину не два раза не долбанули. Не, ну то, что здесь сложно, это 100%. Как обычно, любят приехать без крыла. Понял.
скольжу. Ой, грибочек нам пришел. Группа поддержки? А че стесняемся? Дядя Вова, а что с передком? Патрол слабенький, на передок стал. Минус 2 сруса и долларов 400, наверное. То есть не Power Diesel. Опять 2 месяца не жрать. Это. Перекус во время соревнований. У нас уже небольшая поломка. Пытаемся ее исправить, но не факт, конечно, исправим. Наверное, у нас развалился передний мост. Поэтому секция номер один для нас была роковой. Два раза попытались, заработали 501 штрафной балл. Ну и сейчас, конечно, можем уже перекусить. Ну вот еще одна наша участница. Либерти, посмотрим. Секция номер один. Как тебе триал? Сегодня жестко, но клево. Прикольно.
пошире, чем джимник. Тоже проехал. Машину.
Только в конце узнали, как машина едет и работает ее полный привод. Ну, это же первый выезд. Вообще первый. А что за машина? Какой год? Что в ней? Range Rover, мама, 2005 год, беховский мотор 4.4. И все, и ничего больше нету, есть наворота. А резина дальше... ниже, чем норма. Да. Ну, а дальше что? Другая что резина, дальше? Шноркель. А дальше доделать машину и продать. Для чего она и покупалась? Это просто по ходу выехал покататься. Я понял, это тест-драйв перед продажей. Да, да, да. Чтобы показать покупателям. Чтобы показать, что машина толковая. Ну ты можешь сказать в камеру, пацаны, только не вставляйте это видео, а то новый хозяин увидит. Зеркало другое будет, скорее всего. Ищите на Вайн. Наш последний экипаж Паркитоса в Либерти финишировали. Не обошлось без поломок. Нива у нас, по-моему, прошла две секции и навернулся, назовем так. Мост задний развалился. У Либерти пока все целое, только немножко вот кузовщина. Ну так подправить, это так, девочка там чуть поцарапала, это позволительно. Наверное, будет лучший результат у Либерти. Что у нас еще? Прада. Прада проехал все секции. В одном месте, конечно, уже был дисквал и эвакуация, но там была чисто ошибка пилота. Ну и Каранда, на котором я был штурманом, у нас навернулся передний мост. Нам пришлось последнюю секцию вообще брать просто на энтузиазме на заднем мосту. Но вместе с тем взяли там пару ворот. Поэтому, друзья, вы видели все сами, что такое триал по-белорусски. А мы не прощаемся с вами, мы говорим вам до новых встреч. Как гонка? Я боялся всю гонку. Я больше не поеду. Что, лучшая линейка? Лучшая линейка, лучше трофи. Но только не вот это вот с утра. А за рулем тем более больше не поеду сюда. Ну я смотрел, что не за рулем сидел. Не, жена поехала. Изначально или боялся. Потом? Не, изначально я боялся садиться за руль. Короче, не твое. Не мое, вообще не мое. Было страшно, но мы справились. Меня зовут Николай, это моя супруга Вероника. Да. Мы участвуем не первый раз. В этот раз ехали на Jeep Grand Cherokee.
третьего поколения. Да, все недавно так купили, решили испробовать. Как он едет? Деле, как бы, да, вроде все хорошо. На шнурге быстро едет. Гонка была очень интересная. Мы как бы для себя много чего тоже выяснили. Машину прочувствовали еще больше, как бы знаем, где она, что она, чего она. Вообще, в принципе, все закончилось очень хорошо. Мы довольны, рады, как бы. Надеемся, что еще не раз приедем. Как, и я думаю, что будет еще круче, чем было в этот раз.